мы – самая мощная армия в истории человечества. Каждая битва – наша битва. Происходящее здесь может иметь далеко идущие последствия, и мы не будем в стороне. Ваша судьба сейчас зависит от того, сможете ли вы научиться использовать современные методы ведения войны. Мы не можем дать вам свободу, но мы можем научить вас, как обрести ее. А это, друзья мои, стоит дороже целой военной базы. Конечно, это важно, у кого самая большая дубина, но не менее важно, кто ее размахивает. Пришло время героев. Время легенд. Историю пишут победители. За работу! Не слишком близко подобрались. А когда это Шепарда волновал? Отлично, мы движемся. Эй, эй, здание рушится. За это заплатят бешеные деньги. Хантер 2 пытается прорваться. Вас понял, Хантер 2. Хантер 2, осторожнее с гражданскими, не открывайте огонь первыми. Следите за крышами, там могут быть противники. Видишь что-нибудь? Ничего, тут чисто. Да. Оверлорд, это Хантер 2-1. Проходим тоннель Харви через Элизабет-стрит. Вас понял, Хантер 2-1, идите осторожнее. Спокойно, ребята, это Дикий Запад. Вас понял.
Следите за переулками. Прикрываем. Три пехотинца. Балкон на 12. Возможно, ополченцы. Вооружены? Нет. Просто наблюдают за нами. Зуб даю. Это разведчики. Это не значит, что мы можем их пристрелить. Вы их видите? Видите? Не вижу, парень. Тем хантерам. Это сержант Поули. Приготовиться к бою. Приготовиться к бою. У нас снайперский огонь в нескольких позициях. У нас тут куча целей со всех сторон. Вот они. Дайте им прикурить. Оверлорду. Хантер 2-1, это Оверлорд. Доложите обстановку. Школа под контролем. Противник отступает. Завершаем зачистку. Принято, Хантер 2-1. Следуйте в точку сбора осторожно. Могут быть мины. Отбой. Вас понял, Оверлорд. Спасибо, что сказали. Отбой. Отряд! Следить за противником! Выдвигаемся в точку сбора! Поули! Oh,
справились с задачей. Рядовой Аллен, поступаешь под мое начало. Инструктаж в вертолете. Идем. Батальон на марше!